Доброго времени суток и привет-привет, друзья, с вами Паник. Сегодня у нас очередная серия прохождения Тори 2 за Турецкую Республику, за Османскую Республику. В общем, так вот как-то. Продолжаем. Вернулся я, друзья, теперь можно заняться и каналом, собственно. Так, и давайте перед тем, как я продолжу, нажму уже вперед на play. В течение мировой истории. В общем, давайте, друзья, сейчас мы сделаем кое-какие изменения, которые мне порекомендовали в комментариях. Так, так. Ну да, то, что надо налоги понизить у среднего класса. Куда это я полез? Надо понизить их процентов до 70-68. Пусть будет так. Потом уже посмотрим по мере отхождение вот этого процента не менее всего необходимого. Так, да, с очками исследования у нас, конечно, да, маловато. Не маловато, а очень мало даже, я бы сказал. Но прокачаем культуру, тогда будем качать. Так, начнем мы потом. После исследования технологий государства и правительства мы с вами займемся технологией материализм. Так, думаю, пока что все. Теперь надо единственное еще увеличить финансирование армии, потому что, ну, как-то сами понимаете, да, что у нас достаточно такие большие проблемы с этим. Так, пошлины мы оставим также, друзья. Я думаю, что это будет весьма правильно. Ну и, в принципе, все. Мне писали, я буду проходить, да, друзья, буду проходить Викторию 2. Ну, будем проходить, стараться, по крайней мере, по мере своего продвижения будем проходить. Потом отдельно, друзья, в ближайшем времени выпущу подкастик такой на канале, в котором объясню все свои дальнейшие действия, что касается прохождения в, ну и вообще всего, что есть и чего нету на канале. Итак, сегодня надо нам сейчас посмотрим, что можно сегодня сделать. Так, можно, кстати, можно Триполи захватить. У нас как раз без чести, это достаточно его немного. Попросить проход у войску Египта. Ну, дипломатическое значение минус 142. Ну, я думаю, что даже думаю, что смысла нету с ними заключать какие-то соглашения. Поэтому я думаю, что как-то надо будет корабли, что ли, брать. В общем, будем наращивать флот и флотиком постепенно переправлять так с Анатолии в северную Ливию. Вот так вот я скажу. Так, ну Триполи вообще она отсталая нация. Если посмотреть, друзья, вы сами в принципе видите, что 122 место это довольно не, это очень маленький рейтинг, поэтому и к тому же у нас мы можем объявить войну с правом на восстановление порядка. Заключим союз с французами. Да, как раз это моя ключевая, друзья, ошибка в начале игры, когда мы только начинали с вами проходить. Это и сыграло такую своеобразную роль, которая теперь и влияет на наше с вами развитие государства. Ну так и в принципе так логически подумать, что было принято в прошлом, оно отразится на будущем и повлияет на оно отразится в настоящем и влияет на будущее. Так, ну что, может тогда постепенно, потихоньку, помаленьку наращивать армию. Будем переправлять. Так, будем переправлять армию постепенно. Так, тут у нас что? Ага. Сформировался наш полк нацгвардии, друзья. Я думаю, что можно будет назвать нацгвардия. Первый полк будет у нас.
а то уже довольно-таки давно Нацгвардии не существует. Что ж, теперь я думаю, что республиканскую армию можно будет брать и по кусочкам ее переправлять в Триполи. Надо еще и разведать, какая у Триполи, друзья, армия. Может быть, у них армия довольно-таки сильная. Кстати, никакого, друзья, мы без чести себе не прибавим, так как у нас есть повод восстановления порядка. Становим порядок в нашей бывшей области. Так, что у нас дипломатическое значение? Нам бы как бы исследовать надо, какие тут... какие тут есть армии, потому что, знаете, со слепыми так вот вслепую идти, я думаю, что это бред, откровенно говоря. Так, ну, потихоньку будем пересаживать артиллерию. Угу. Все, будем переправлять их в провинцию Тобрук, ну и ближе к Тобруку, город Тобрук. Так, бедуины получают своего мученика. Наручные часы показывают без 5:12. Он смотрит через площадь, не страшаясь бушующей толпы, взбирается на трибуну и начинает речь. Он говорит часами о своей нации, угнетении, причинах гнета и о будущем. Он выбирает слова, оставляющие безоглядную уверенность в его правоте. Турецкие жандармы влетают на площадь, и вскоре человека на трибуне уже нет. Где-то далеко в городе часы пробили 12. Молодой националист арестован. Как с ним поступить? Посадить. Будем более-менее так добры, что ли? Так, теперь Халим Паша умер, руководитель иракской армии. У нас снова теперь был назначен его имя Сулейман Бей. Будем потихоньку переправлять армию. Ну, эта армия еще может, в принципе, вот так вот вблизь границ пробежаться, посмотреть. Как дела с армией и вообще с военным делом в Ливии, в Триполи, вот. Ну, у них армия, конечно, 6000. Но, опять же, не стоит забываться, они могут мобилизировать все свои силы. Надо будет еще переправить немного войск. Так, это тоже давайте все на борт. И в Тобрук. Ограничение на строительство для меньшинств. Албанцы должны быть интегрированы в турецкое государство. А что у нас проблемы с албанцами? Ну хотя, да, что я удивляюсь. Для этого светлые головы в нашем правительстве придумали ограничить право этого меньшинства и прочих нас меньшинств на строительство жилья и землевладения. Хотя такие меры будут очень непопулярны среди меньшинств, они ускорят ассимиляцию. Ввести ограничения на строительство, да, будем ассимилировать албанцев, потому что видите, как у нас, знаете, да, что у нас проблемы были. Мы могли потерять выход к европейской части Турецкой республики, которая у нас сейчас осталась. Албания хотела всю независимость, ну и из-за нее начинались кризисы. Так. Друзья получают теперь довольно-таки большую поддержку среди населения Турции. Так, теперь следующая у нас артиллерия. Ее мы тоже переправляем в Тобрук. Всех переправляем в Тобрук. Но я думаю, что одной армии вряд ли будет достаточно, поэтому придется нам, друзья, как-то выкручиваться. Надо будет искать альтернативные варианты. Так, с торговой привилегией под вопросом. Просто нелепо, что торговцы, давно обосновавшиеся в колониях, имеют особые, разумеется, совершенно нечестные привилегии на получение доходов от колоний. Все это оплачено из нашей казны, прошу заметить. Неужто торговцы вправе получать прибыль по праву первого?
парламенте дебаты о статусе торговцев и торговле с колониями завершились драка, когда депутат-сторонник одной из колониальных компаний набросился на поборника свободной торговли. Последний возражал против преференций. Возможно, настало время для пересмотра правил торговли с колониями. Ну, тут достаточно такая тоже двоякая ситуация. Даже здесь уже, если говорить правильно, то троякая. То есть мы должны выбрать или открыть колонии для конкуренции. Либералы в верхней палате обеспечат торговлю, свободу торговли. Консерваторы в верхней палате обеспечат порядок в колониях. Ну, будем двигаться. Пусть ветер дует в сторону свобод, в сторону либерализма. Ну, выбираем тогда. Пусть либералы. Ну, 6000 армия у них. Все, мы обсмотрели все границы. Можем, пусть артиллерия двигается обратно в Тобрук. Ну, а мы продолжаем транспортировать нашу армию из Анатолии. Так, ну, скорее всего, процентов даже на 80, на 90, Триполи мобилизирует все свои активы, всех граждан своих, поэтому придется сражаться с мобилизированными войсками. Так, просьба о проходе для Персии. Предоставим, ладно. Мы довольно-таки в не очень-то хороших отношениях, друзья, с персами, но в любом случае их надо улучшать. Я думаю, что поправим потом. Дойдет время до того, что и с персами будем дружить, как с французами и с португальцами. Кстати, португальцы что-то с нами сказали. А, ну да, в принципе, у них уже и так довольно... У нас довольно-таки и так много союзников из великих держав. У нас Франция. У нас и Франция. Все. Больше пока... А, ну да, Российская империя еще. Ну, у нас, кстати... А, нет. Я думал, что, друзья, у нас довольно-таки хорошие отношения с Российской империей, потому что, видите, мы входим в состав сферы их влияния. Надо выйти бы как-то, но я не знаю, опять же... выйти не получится, потому что как вы знаете, у России довольно-таки сильное войско, и против него очень будет тяжело воевать. Так, все. Республиканская армия в полном сборе. Можно даже еще кого-нибудь так на стрёме поставить. Визмир. Так вот сделаем сюда. Пусть теперь турецкая эскадра. Назовем ее турецкая эскадра. Пусть теперь турецкая эскадра двигается в Визмир. А то, чтобы... Так, если в случае непредвиденных ситуаций, конечно же, не дай бог, мы смогли вовремя и быстро среагировать. Так. Отлично. Все, мы пришли в Мисрату, можно попробовать повоевать. Объявляем войну с восстановлением порядка и призываем союзников. Ну, конечно же, Кувейт, Грузия, Армения, Валахия, Молдавия, Крит, Санас. Так, надо теперь посмотреть, куда будет двигаться... О, французы вступили, все, нам будет легче. Отлично. Так. Что-то ход оккупации долго будет. Ну, долговато все равно, друзья. Надо как-то... Французы нам помогут в любом случае. Ух ты, высадилась грузинская армия. А тут... Триполи. Решила нанести прямо удар в самую спину. В самое сердце. Кстати, да... Если перекроют, нам тут довольно так... А, нет, все, французы молодцы, нам помогли. Хорошо, что есть такой большой и огромный союзник, как Франция. Потому что можешь не волноваться, они прикроют тебе спину.
Так, возрождение морализма. Таким образом, моральные устои нации, подорванные все пороки общества, нашли приют в нашей стране. Мы отчаянно нуждаемся в возрождении морали в государстве Турции. Надо вернуться к исконным ценностям, к основам тому, к тому, что было основой величия нашей страны. В одном районе священник организовал небольшую, но популярную организацию, целью которой является восстановление моральных устоев в государстве Турции. Несомненно, эта организация пытается поддержать политику морализма, избранную правящей партией. Это может стать ценным союзником нашей партии. Несите слово. Что же мы еще можем сказать? Так, работайте усерднее, товарищи. Но пока еще не коммунизм у нас. Поэтому пока никакие товарищи, а просто дорогие друзья. Да, довольно-таки долго наша армия захватывала. А что, нельзя что ли заключить порядок? Так, восстановление... ну все. Все. Отлично. Отличненько, друзья. Восстанавливаем. Ну, думаю, что можно будет оставить армию, пусть она находится в себя там, республиканскую армию стоит переименовать в африканскую армию, пусть будет уж так, и название республиканской армии пусть получит нацгвардия и переезжает в Анкару. Так, назовем ее республиканская армия. Так, уже знаете, друзья, я переименовываю, чтобы быть так вот. Чтобы не теряться, где какой армии дом, где какая армия должна мобилизироваться. Вот. Так, отлично. Теперь контроль над африканской частью восстановлен. Медицину теперь нам надо, друзья, надо, в общем, как-то сделаем вот так. Давайте, наверное, сейчас мы исследуем медицину, а потом уже, когда медицина будет исследована, мы займемся культурой, которой у нас довольно-таки не хватает. Рыбак из провинции Дерна сегодня привез огромный улов. Его корабль забит дарами моря под завязку, и вскоре и другие рыбаки привезут такой же улов. В этом году в провинции Дерна довольно-таки много рыбы. Помогите с едой, наверное, я просто сидел, думал, как бы правильно распорядиться теми ресурсами, что наловил рыбачок. Отлично, пусть построим теперь крепости в регионе Триполи. И у нас появился еще один, друзья, национальный приоритет. Да, у нас 5 миллионов уже, конечно, и теперь появился еще один. Так, что у нас с ростом напряженности? 100% напряженности на Кипре. Повод для войны. Движение за освобождение турецких провинций. Потому что, видите, они принадлежат нам. Как бы национальные провинции входят в состав наших национальных провинций. Так, теперь, наверное, думаю, что... Плотность населения, давайте глянем. Масули у нас довольно-таки так компактненько все разместились. Но думаю, что можно. Нет, вот в турецком Диярбакыре через тире еще пишется ван. Я думаю, что здесь можно будет сделать поддержку священников, что будут приносить нам очки исследования. Это довольно-таки правильно будет. Надеюсь.
Ну, опять же, видели, друзья, я уже закрыл просто, мелькнуло так. Опять же, популярностью начинают пользоваться социалисты. Так, что у нас с империцин? Ух ты, нифига как. Что тут забыло, друзья? Дания. Я прошу прощения, что если так громко в микрофон крикнул, просто я действительно удивлен. Что забыло Дания в Корее? Это довольно-таки смешно и выглядит, и вообще смешно просто-напросто по самому себе. Так, что тут у нас? Культура пока еще полностью корейская. Я думал, что здесь сюда приехали как бы уже датчане. Но довольно-таки смешно. Можно будет, друзья, кстати, Корею так вот прессануть и получить такую своеобразную турецкую колонию в Азии, в Китае, около китайской цивилизации. Как видите, здесь имеют Гонконг и Макао. Это, кстати, да и сейчас они, знаете, в Китае входят в состав Китая и получили они такой особый статус специальных административных районов. Они имеют право выпускать свою валюту, а иногда получают полную независимость в политических делах. Ну, понятное дело, находясь под контролем Китайской Народной Республики. Кому интересно, друзья, ознакомьтесь с жизнью Гонконга и Макао. Как вы знаете, да, Гонконг является сейчас вообще довольно-таки движущим финансовым центром вообще Азии и всего мира. Одним из таких быстро развивающихся финансовых центров. В общем, почитайте, друзья, я думаю, что найдете про Гонконг очень много интересного. Турецкие патриоты подняли восстание. Независимости захотели. Нет, извините, к сожалению, независимости вам не получится приобрести. Так, в Ниш подвигались войска повстанцев. Отлично. Кто-то их все равно, друзья, я думаю, что подтолкнул на восстание против турецкого государства, которое уже довольно такие развивающиеся, растущие. Кстати, заметьте, мы за последние выпуски набрали довольно большое количество перспектив. И мы продолжаем двигаться в сторону развития. Мы довольно-таки много приобрели уже за несколько выпусков. Мы приобрели как там? Джемель Шаммар. Так он, по-моему, да. По-моему, он так. Хиджаз и Йемен. Ну, также приобрели мы с вами и Триполи. Но на этом, конечно же, останавливаться не надо. Постараемся дальше такими же темпами развиваться. Все. Слава богу, восстание подавлено. В регионе Боснии начинается напряжение. Напряги. Так. Регион Босния наш. И нечего сказать. Мы будем защищать до последнего его. Мы не хотим потерять, друзья, такую, знаете, наш форпост в Европе. Так, с Пруссией можно будет еще улучшать отношения и с персами. Ну, с Россией, понятное дело, у нас, по-моему, автоматически станут хорошими. Да, они уже, видите, хорошие. Сколько там? 120, 112. Так, да, 112 отношений. Количество отношений позитивных между Турецкой Республикой и Российской империей. Так, давайте глянем так быстренько глазком, что у нас происходит в Северной и Южной Америке. Мексика все распадается, смотрите, и теряет большинство своих провинций и вообще
вообще своей территории. Смотрите, Рио-Гранде получил независимость, Юкатан получил независимость, или Юкатан, не знаю, я буду называть Юкатан. Юкатан получил независимость, ну и Мексика так осталась, да, ну она все равно, говорить о том, что она маленькая, это неправильно. Канада получила свою такую своеобразную независимость. Почему своеобразно? Потому что она еще является доминионом Великобритании, ну и Соединенные Штаты. Соединенными Штатами уже не заключишь союз, потому что у нас и Российская империя есть, и французы. Но опять же говоря, знаете, друзья, мы можем в определенной ситуации найти своих союзников. Практически в любой ситуации можем найти Португалию, Францию, Австрию. Так. Кого же еще? Думаю, что Российская империя тоже может нам подмочь. И Соединенных Штатов тоже. В Соединенных Штатах не стоит забывать. Так, ну тут, в принципе, Бразилия остается также, опять же, движущей силой. Но тут что-то... Она, как всегда, насколько я помню, она практически всегда воюет с ближайшими странами. И сейчас она воюет с Боливией. Ну да ладно. Возвращаемся к... нашей Турецкой империи. Не речами и постановлениями большинства решаются великие вопросы современности, железом и кровью, сказал знаменитый Отто фон Бисмарк. Новые богатые залежи железной руды обнаружены в шахте в провинции Аскалех. Руды богаты железом, но она находится на опасной глубине, за пределами возможностей нашей добывающей промышленности. Мы могли бы попытаться добыть руду, но эта попытка будет стоить немало крови человеческих жизней. Так, вгрызайтесь в землю глубоко и жадно. Попробуем вот так вот откусить кусок Аскалех. Кстати, а где Аскалех находится? А, вот он. Угу, тут как раз железо выпускают. Так, кстати, можно, друзья, взять и построить фабрику. Так, включаем карту инфраструктуры. Можно как раз таки в Аскалехе построить какой-нибудь, не знаю... полезную такую инфраструктуру, то есть под названием завод. Так, завод боеприпасов. Кстати, у нас есть сера. А, да, есть сера, она в распоряжении в регионе Масул. Ну что тогда можно будет сделать завод боеприпасов. Проекты. Так, спинансируем, друзья. Бумажной фабрики и двух мебельных фабрик. Отлично. Так, ну, друзья, я думаю, что пока на этом стоит закончить эту серию. Думаю, что с каждой серии мы начинаем набирать свою мощь, силу, энергию. И будем готовы скоро к сражению с мировыми ведущими державами. Ставьте лайки, друзья, комментируйте, подписывайтесь на канал, рассказывайте о канале друзьям. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Пока!